Вот смотрите, детей-то лучше не шлепать, не ссылаться при этом на какие-то традиции. Ни родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает, от этих шлепков там до избиений, а дети зависят от взрослых полностью, это самые зависимые часть общества в любой стране, существует много других способов воспитания, без всяких шлепков. Но, конечно, здесь тоже сходить с ума нельзя, невозможно, это вредно, в конце концов, это семью разрушает. И поэтому я, так же, как и вы, на самом деле против вот этих совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции. И, откровенно говоря, полагал, что мое поручение исполнено. Совсем недавно мне об этом докладывал и председатель Государственной Думы, о том, что приняты соответствующие поправки. Но давайте вернемся к этому еще раз. Я вам обещаю внимательно это все посмотреть, проанализировать. И бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. А что там внутри, давайте к этому еще раз вернемся. Хорошо?